Главная елка Карелии зажгла огни. Отличившихся в выходящем году детей встретили Дед Мороз и Щелкунчик. Традиционный новогодний балет «Подарок от главы республики» Артура Парфенчикова показали на сцене музыкального театра. Не только самые талантливые, но и самые нарядные. Праздничные платья, пиджачки, кто-то в форме. А некоторые приготовили новогодние костюмы. Я его купила, потому что как бы сейчас Новый год, а ходят медведи по лесу и всякое такое. У меня костюм снежинки. Оделась так, чтобы было и зимнее, и кошачье что-то. Особенно повезло Артему. На дату праздника выпал и его день рождения. Поздравил юбиляра от имени главы Карелии и вице-премьер по социальным вопросам Лариса Подсадник. После спектакля отворились окна новогодних избушек. Из них каждый ребенок получил сладкое угощение. Будешь с кем-то делиться или сама все съешь? Буду делиться. С кем поделишься? С родными и с друзьями. С друзьями. Сама все съем. Сладостями поделиться готовы не все, но на праздничные пожелания для близких, друзей и жителей Карелии ребята оказались очень богаты. Здоровья, счастья, веры в чудеса. Чтоб провели Новый год хорошо. Чтобы они были здоровы. Хорошо настроение. Даниил Чененов, Алексей Миронов, Владислав Петров, служба новостей.